Доброе утро, коллеги. Меня зовут Дмитрий Слепцов. Начинаем наш аналитический обзор трендовой торговли «Взгляд в будущее». Как всегда, проверим видео, аудио. Если меня видно, слышно, пожалуйста, поставьте плюсы в чат. Мы с вами начнем наш обзор. Также напомню, что цель нашего обзора – понять, какие сейчас формируются на рынке тренды, ну и, соответственно, действовать в направлении этих трендов. Если мы контртрендовые трейдеры, нам в любом случае нужно понять, какой на рынке тренд, чтобы действовать в контртренде. В целом, это был вводный концепт наш классический. Так, это у нас тут время. Так, а это вот у нас MetaTrader. Так. Первая наша валютная пара – это евро-доллар. А вчера мы видели начало нисходящего тренда. Который начал развиваться вот здесь. Вот движение пошло вниз по отношению к нашей средней 120 часов. Мы оторвались вот вниз, но после этого был резкий выброс вот тут на восходящем таком коррекционном движении. И после этого мы опять пошли вниз. То есть если сейчас оценивать ситуацию по стратегии ленивец, то мы с вами находимся в нисходящем тренде. И при этом тот трейдер, который пришел прямо сейчас вот на рынок, ему фактически снова нужно ждать формирования коррекции. Я напомню, что мы используем стратегию ленивец как консервативную, то есть она призвана брать развитие тренда в консервативной манере, когда идет импульс, потом коррекция, потом новый импульс. Ну и, соответственно, вот здесь сейчас импульс был. Коррекция тоже была, сейчас пошел новый импульс. То есть вот фактически что получается? Вот развитие тренда. Мы знаем, что нам нужна коррекция, которая подтверждается индикатором MACD. Вот у нас вот этот минимум подтверждается, вот этот минимум подтверждается. То есть фактически мы видим вот такое коррекционное движение в моменте вот здесь. Но поскольку сейчас-то мы уже, как говорится, не в этой точке, а мы уже вот здесь, то трейдер, который эту коррекцию отрисовал для себя, она уже, собственно, отрабатывается. То есть вот наша коррекция на 5-минутном графике, она уже потихоньку пошла вниз. Но сейчас, если говорить о развитии тренда, нам, по сути, нужна новая коррекция. То есть мы на данной стратегии действуем через коррекции. То есть вот здесь уже пробой пошел, стоп за максимум предшествующий пробой, всего лишь 6 пунктов. Потом представляем стоп без убыток, take profit 1 к 2, 1 к 3, к 4, то есть 12, 18, 24. Пока 24 вот у нас, ну вот буквально вот хвостик вот чуть-чуть, практически почти пришли. То есть это коротенькое движение уже заканчивается по отношению к тому стоп-лоссу, который был. Ну и все, а дальше приходится выжидать новую коррекцию. Но сейчас, видите, евро-доллар пока ее вот здесь не отрисовывает. Пока он только начинает вот зеленую свечку рисовать. Когда он, ну когда и если, например, он сходит вот так, то мы сможем на часовом графике идентифицировать вот такую коррекцию. И будем ждать, когда рынок закончит корректироваться и тоже пойдет вниз. Это, так скажем, план по данной стратегии. Но будем надеяться, что, как говорится, евро-доллар не преподнесет нам сюрпризов. В целом может, то есть он вот здесь тоже у нас подобным образом ходил. То есть вот у нас было движение, коррекция, снова движение, и потом он колом пришел к среднему. Сейчас очень тоже похожая картина, обратите внимание, вот трендовое движение. Вот он прокорректировался, как вот здесь. Вот он снова пошел в тренд,
как вот здесь, но только здесь восходящий, а тут нисходящий. И вот, вот таким образом может прийти. То есть глобально то он сейчас, видите, имеет тенденцию блуждения, блуждания усреднего. Тут выше, ниже. Снова тут пошел на 60 пунктов. Пришел к средней. Тут тоже, видите, 55, тоже 60 пунктов пришел. Хотел, вот тоже почти дошел до средней. То есть особого пока у нас тут тренда такого сильного нету, но поскольку мы все-таки мыслим в рамках трендового трейдинга, трендового концепта, то мы, конечно, ждем движения вниз. Так что пока здесь в этом плане ничего нового для нас нету. Мы вчера уже ждали его вниз. Ну и сегодня, по сути, просто история повторяется. Далее. Так, вот Игорь спрашивает, как понять, когда кончается коррекция. А у нас будет пробой. То есть вот, смотрите, как получается. Вот мы. Ну, давайте вот, вот могу на этом примере показать. Потом покажу вот на том, который здесь был. То есть вот у нас отрисована коррекция. Вот. Вот этот максимум, вот этот. Мы будущего не видим. То есть вот такая картина. Вот надо. Мы смотрим. Максимум по цене, максимум по индикатору, максимум по цене, максимум по индикатору. Тут коррекции есть. Все. Мы будущего не видим. Мы ждем, когда будет пробой этой линии. Вот цена закрывается выше этой линии. Вот пробой. Дальше стоп. За минимум предшествующий пробой 20 пунктов. Ну, здесь она не очень сильно пошла. Она пошла всего лишь на 3-4 пункта. То есть мы стоп в безубыток переставляем, когда цена проходит величину 20 пунктов. И сделка холостая. То есть мы выходим в ноль. То есть цена проходит в нашу сторону. 34 мы выходим. И вот здесь сейчас тоже аналогичная картина. То есть вот здесь мы отрисовали коррекцию. Вот она пробилась. То есть фактически для нас окончание коррекции — это когда цена пробивает эту линию. Пробивает коррекцию. Далее. По черепахе. Торговая стратегия черепаха на основе канала Дэнчана. Если кто не знаком с данным каналом и в принципе интересно, как строятся стратегии, может быть, что там свои пока разрабатываете или учитесь разрабатывать, то приходите. Ну, приглашаю, по крайней мере, вас на наш, тоже есть такое бесплатное мероприятие. Торговая стратегия черепах называется. Вот, там мы разбираем пример торговой стратегии черепах. Это трейдеры, которые... История черепах. Это трейдеры, которые вот обучались у Ричарда Денниса и впоследствии заработали ему там достаточно большое количество денег. Ну, это так, лирическое отступление. В принципе, кому интересно, то пожалуйста. И вот по данному каналу у нас вот 1 марта свечка 1.00 начался нисходящий тренд. Это стратегия агрессивная, она не ждет коррекцию. Она вот как только наступает пробой, сразу рассчитывает на то, что будет тренд. И вот здесь как раз вот мы видим, что потихоньку-полегоньку цена пошла, вот 54 пункта прошла в нашу сторону. Потом, правда, пошла серьезная коррекция вот здесь. Но пока вроде все эта коррекция закончилась, то есть опять цена ушла ниже средней, отталкивается от нее, блуждает и находится вот в диапазоне средняя нижняя граница канала. То есть это для нас сильный, ну, мы считаем это сильным трендом. Когда, если цена закроется выше средней, то мы считаем, что тренд ослабевает. Пока он вот, он ослабевал, вот здесь он поднимался выше, но сейчас он пока вот достаточно силен. Опять-таки, как говорится, понятное дело, что могут быть сюрпризы от рынка, но есть тренд текущий, направление которого мы действуем. Если бы у нас был хрустальный шар, мы видели, что здесь произойдет разворот, конечно, мы бы купили бы. Но поскольку у нас нет хрустального шара, мы вот действуем, исходя из текущей ситуации. С точки зрения дивера, вот если цена пойдет немножко ниже, здесь есть возможность возникновения дивергенции. Цена может, вот, например, вот так сходить. Если она сделает это не очень сильно и резко, то будет понижение. Ну, кто-то дивергенция, кто-то конвергенция называет. Мы все дивергенцией называем. Какая разница, в какую сторону расходиться.
И вот здесь может возникнуть такая картина. Тогда у нас появится сильный сигнал на разворот. И тогда мы можем покупать, несмотря на то, что тренд еще формально нисходящий. Но пока этого не происходит. То есть пока этого нету, рано об этом говорить, но отслеживайте ситуацию. Вполне это сегодня, если то есть рынок эту картину будет отрисовывать, она вполне может сегодня произойти. А пока тренд нисходящий, тоже подтверждает нам вторая стратегия. То есть по двум стратегиям тренд нисходящий. И по хамелеону тоже нисходящий. Вот здесь у нас был дивер, максимумы повышаются. Вот здесь максимумы понижаются. Идентификация дивера вот здесь на вертикальной линии. Пошла цена блуждать, почти сломала дивер, но благо не сломала. После этого обвалилась на фигуру, сейчас вот тоже вниз. И вот неплохо бы нам, конечно, новый дивер. Было бы очень здорово. То есть у нас вот по этому диверу мы очень классно пошли наверх. Если вот здесь тоже возникнет дивер, глядишь, там будет еще один сигнал. И мы снова будем стоять на стороне восходящего тренда. Но пока рано об этом говорить. То есть пока получается, что все три стратегии смотрят вниз, поэтому мы не можем торговать лонг по евро-доллару, если вы, конечно, не контртрендовый трейдер. А мы стремимся найти тактически точку входа для шорта. По хамелеону мы просто определили дивер, то есть хамелеон — это такая направленческая стратегия, то есть мы понимаем направление шорта, дальше уже приходится включать другие тактические инструменты, которые есть у вас в арсенале, она нам просто говорит направление тренда. По черепахе мы вот здесь, у нас здесь точка входа, и здесь же направление тренда меняется, и, соответственно, пока вот у нас нисходящее движение, мы в положительной области по отношению к точке начала тренда. Так, далее фунт-доллар. Фунт, обратите внимание, потихоньку, полигоньку, вроде бы, начинает показывать нам тренд. Напомню, что у него был совершенно такой дикий, долгий боковик вот здесь. Он все топтался, топтался. Никаких трендов нормальных здесь не было. Мы уже на нем крест поставили. Но вроде потихоньку так оживает. То есть вот здесь вот пошел вниз, тут было дикое совершенно вот это боковое движение. Пришел хвостом, бросил, тоже отскочил, и вроде пока продолжает нисходящий тренд. Но единственное, что коррекции мы сейчас здесь не можем найти, то есть ее просто нет. Он очень так достаточно, ну, корявенько идет вниз, то есть так потихоньку, полигоньку, но вроде идет вниз. Ну, вернее, не вроде, а точно вниз, но нету той ситуации, которая нам нужна в стратегии ленивец. Ну, по крайней мере, вот здесь он падал достаточно резво, понижая минимумы. А нам нужны повышающиеся минимумы. Повышающиеся минимумы возникают, ну, вот только если вот здесь сейчас мы сможем их увидеть, такие очень, очень легко повышающиеся. Поэтому, видите, тоже картина не очень четкая. То есть нам бы неплохо вот такой бы угол коррекции. А тут она пока такая совсем символическая. Ну, а вот тут, видите, у нас понижаются минимумы. По индикатору мы сидим, смотрим, минимумы вот тут тоже понижаются. Вот здесь понижаются. Ну, то есть, такой достаточно серьезный тренд пошел. И ленивец не берет такие тренды. Ему нужен консервативный тренд. А это агрессивный тренд. Агрессивный тренд у нас берет черепаха. Поэтому сейчас мы посмотрим картину по черепахе. Это ее стихия. Хоть черепаха сама по себе животное, это не агрессивное, но уж так повелось, что эта стратегия у нас называется именно так. Вот, у нас аж еще 24 февраля в 16:00 начался нисходящий тренд. И мы видим, что все это время он продолжается. Да, он продолжается не без изъянов. То есть вот здесь была серьезная заявка на восходящее движение. Ну, по крайней мере, очень серьезная коррекция. Он верхнюю границу не коснулся. Но, по крайней мере, показал серьезную коррекцию. Потом он пришел сюда, начал вот здесь топтаться туда-сюда. Вот здесь тоже соплю бросил, но тренд не сменил. То есть очень трудное время вот здесь было с точки зрения тренда. То есть он держался, что нисходящий, но при этом очень тяжело. И вот отсюда снова пошло все вниз достаточно хорошо. Мы отвалились в нисходящем направлении. Ну и, соответственно, сейчас вот
тоже, видите, находимся ниже средней, все это есть нисходящий тренд. Единственное, что мы сейчас, соответственно, это видим только, так скажем, текущую картину с точки зрения развития тренда. Понятное дело, что он где-то развернется, он уже достаточно долго идет вниз, эти уже почти 2,5 фигуры, поэтому понятно, что разворот где-то будет, но у нас нету сигналов. Опять-таки, у нас нет сигналов, нет хрустального шара, то есть поскольку хрустальный шар нам взять негде, то нам нужны сигналы. И самое плохое, если тренд разворачивается без сигнала. То есть получается, у нас должен быть, так скажем, сначала сигнал, тогда мы сможем что-то сделать и поучаствовать в движении. А вот если он вот так вот резко пойдет наверх без сигналов, ну а как его тогда взять, это движение? Только если угадать. А если мы угадали и заработали, ну это случайный заработок. Это значит уже нам его сложно повторить, потому что он случайный. Поэтому, как говорится, тут вот очень важно, чтобы был сигнал. А тут, видите, пока нету. То есть минимумы понижаются. То есть дивера тоже особо здесь пока нету. И разворотных фигур тоже нет. Он так все идет и идет. Вот вопрос от Юрия. Это только так сейчас. А, от Алексея. Сейчас фунт разве не корректируется? Корректируется немножко, да, на 5-минутном графике по ленивцу корректируется. И сейчас вот тоже потихонечку на черепахе, да, он к средней идет. Но пока есть такая очень легкая коррекция, то есть по сравнению с тем трендом, который идет, это очень легкая коррекция. Тут даже, видите, даже если взять вот там последнее серьезное движение, он даже к 38-му фибу-то еще не подошел. То есть ему есть куда корректироваться. Поэтому пока вот как раз тот факт, что он не корректируется, это для нас очень плохой такой показатель. Ну, в смысле, как плохой. Он даже для нас, ну, можно сказать, в какой-то степени наоборот хороший, то есть тренд идет. Вот. А плохой в том плане, что хочется зайти, например, кто не зашел, а коррекции нету. Поэтому такая тема, что действительно мы, Юрий пишет, да, вот мы только потом увидим, да, это смена тренда или коррекция, поэтому нам нужен сигнал. Вот. Стоп-лосс по черепахе глобальный – это верхняя граница канала. Вот, верхняя граница канала. То есть, если мы заходим, мы выходим при смене тренда. Да, есть, как говорится, тактические приемы, то есть можно ставить на средний стоп-лосс, ну, чтобы он быстрее двигался, но глобально для нас важна смена тренда. Пока смена тренда здесь не было. Так что пока идем вниз. Но пока вот тактически входа нету, понимаете? То есть кто вот успел вот здесь вот впрыгнуть в тренд, тот в тренде, ну, если силы воли, как говорится, хватает и дисциплины, то можно отстоять, но очень тяжело это отстаивать, этот тренд, да, то есть вот здесь уже будет соблазн выйти, причем может даже не получиться нигде, то может вот в боковике точно будет соблазн выйти, потом новый ход уже на пробой нижней границы, то есть вот, может отсюда трейдер стоит, сейчас тоже будет соблазн выйти, потому что идет коррекционная свечка, вот, так что тут, так скажем, сейчас для точки входа очень даже некрасивая картина, потому что очень тяжело заходить, когда уже 2,5 фигуры цена прошла. Ну куда уж там впрыгивать-то уж. Поезд уже ушел, как говорится. Вот. Представляете, если трейдер, например, вот здесь не отшортил пробой, к примеру, то здесь отшортить, ну уже, ну, очень тяжело. Ну если только с какими-то, не знаю, короткими стопами там, то есть пробовать по чуть-чуть, но после такого движения, представляете, 3 фигуры. То есть, чтобы заработать хотя бы фигуру, это нужно, чтобы еще он вниз обвалился на фигуру. Не, ну понятно же, мы знаем, что фунт может так резво ходить, но пока, видите, такая штука, что вот диверок-то нам нужен, а его нету. Так что с фунтом пока, видите, тренд идет, но приходится ждать. Доллар-иена сейчас пока вот более-менее адекватно, вот тоже то, что вы спрашивали, вот она себя хорошо повела. Это пара. Вот смотрите, вот был у нее нисходящий тренд. Нарисовала дивер. Раз, два. И после дивера пошла наверх. То есть она развернулась с дивером. Вот без дивера бы развернулась, это был бы ахтунг. Как ее поймать, если она без дивера разворачивает? Мы же будущее не видим, у нас нету
магического кристалла там. Ну, некоторые, конечно, заявляют, что он у них есть, но мы-то с вами знаем, что за магический кристалл. Ну, вот поэтому сначала сигнал. Был сигнал, пошли. Нету сигнала, ну, извините. Значит, придется выходить либо по стопу, либо там, по трейлингу. Ну, то есть, в любом случае, без сигнала очень сложно определить точку разворота. Только если угадать. И вот доллар-иена пошла нормально. Здесь вот тоже, видите, такой резкий тренд, что хамелеон очень сложно, ленист очень сложно взять такой тренд. Сейчас по диверу, да, сейчас посмотрим. Видите, хамелеон очень сложно, ленивцу, вернее, очень сложно взять такой тренд, ему нужна коррекция. А он вот шпарит и шпарит наверх, понимаете? То есть тут хотелось бы, но где же ее взять, если ее нет? Вот смотрите, какие здесь были коррекции, к примеру, да, вот. Коррекция была, это уже, как говорится, дела минувших дней, то есть это сейчас мы можем только уже просто так в ученических целях так посмотреть, да, вот была коррекция. Вот максимум по цене, максимум по осциллятору, вот пошел тренд. Вот пошел максимум. Раз, два. Дальше. Вот. Раз, два. Вот. Раз, два. Ну, вот здесь еще вот тоже была. Вот они. Две коррекции. Вот это уже прошла. Дела давно минувших дней. Вот. Стоп-лосс 10 пунктов. 20, 30, 40 пунктов. Тут уже вся история закончилась с этой сделкой. Если вы в нее заходили и там видели сигнал. Вот здесь сейчас история начинается. Продолжается, вернее. Вот. Стоп. Тоже 12 пунктов. Вот 15 прошла, уже стоп в безубытке стоит. Все. Сейчас он, может, его уже сорвет. То есть уже риск по этой сделке убрали. То есть это то, что было. А сейчас вот она где? А сейчас она уже вот здесь. Что, куда тут влазить? Уже вот влазить некуда. То есть мы уже теперь по ленивцу, как говорится, ожидаем, отдыхаем. Черепаха то же самое. Мы этот тренд видели еще вот здесь. 28.02. Свечка 23, но здесь начался очень качественный тренд, то есть она сразу пошла в нашу сторону, как мы любим говорить, да? То есть она не блуждала против нас, она сразу пошла в нашу сторону, показала здесь вот этот тренд, и вот общая величина 138 пунктов, то есть вполне себе нормальный, сильный тренд. А теперь по поводу диверов в хамелеоне, то, что вы спросили. Вот смотрите, вот, есть максимум вот здесь по цене. Вот по осциллятору. Но для дивера нам что нужно? Нам нужно, чтобы цена пошла, показала нам, ну, пошла выше красной линии и опустилась ниже. То есть дивер здесь может сформироваться. Сейчас пока его нету, но он сформироваться может. И когда он сформируется, у нас будет совершенно четкий сигнал по хамелеону. Что такое хамелеон, напомню вам. Хамелеон — это же у нас стратегия, которая берет зарождающийся тренд. То есть получится такая картина, если дивер нарисуется, будет вот так, к примеру, и вот так. И мы будем рассчитывать на разворот. То есть мы будем рассчитывать на зарождение нового, уже нисходящего тренда. В то время как вся толпа, все лемминги бегут наверх. И нам в этот момент, когда и если возникнет дивер, придется действовать против толпы. Если мы будем правы, мы получим самые лучшие выгодные цены и самую хорошую сделку. А если будем неправы, ну, нас остопит. Поэтому да, здесь может возникнуть дивер, но пока его здесь нет. Мы, конечно, будем его отслеживать. Следите, сегодня он может сегодня возникнуть. Завтра, я думаю, если он возникнет, мы его уже идентифицируем. Если не возникнет, ну, значит, будем отслеживать. Может быть, завтра возникнет. То есть, по крайней мере, предпосылки есть на формирование дивера. Ну и канадец наш любимый. Канадец просто продолжил двигаться в тренде. Напомню, у нас были ставки. Тут никаких сюрпризов, благо, не произошло. Так, сейчас давайте стопы по иене. Стопы по иене, если в ленивце, то стоп вот здесь, 12 пунктов, уже стоит в безубытке. Тут нам нечего ловить, пока нечего делать. По черепахе стоп. Тоже, видите, уже нечего ловить. Вот, стоп вот здесь. То есть, кто заходил вот здесь на развитие тренда, у того уже стоп подтянулся вот сюда, к нижней границе. Но что-то мне подсказывает, что будет соблазн просто у трейдера закрыться и все. Но если он еще не закрылся и держит, то стоп по нижней границе — это стоп уже, который в положительной области. То есть, вот у нас
60 пунктов уже гарантированной прибыли, что мы стоп передвинули в плюс. Но очень вероятно, что когда дивер появится, трейдер просто закроется, и это нормально. То есть будет сигнал к развороту, не обязательно ждать нижней границы канала, чтобы зафиксироваться. Если будет дивер, будут сигналы к развороту, мы просто раньше выйдем. А так нижняя граница – это стратегический стоп. Так, у нас канадец. Вот, канадец летит наверх. Уже так очень, видите, у него здесь тоже сумбурное движение, но все-таки пока восходящий тренд. Сейчас он фактически вот топчется и тоже, видите, обновляет максимум. То есть мы не можем здесь какую-то коррекцию нарисовать, нам нужны понижающиеся минимумы. Максимумы, вернее, у нас тут нету понижающихся максимумов. У нас, наоборот, обновление тренда, вот так очень пологим таким образом сюда пришел. Вот, и, конечно, пока вот мы никакую коррекцию здесь найти не можем. Здесь, как мы вчера показывали, здесь территория черепахи, то есть мы этот тренд видели еще вот отсюда, вот 27.02 в час ночи вот пробил верхнюю границу, начал блуждать, благо нижнюю границу не задел, и вот полетел наверх. Соответственно, тут уже общая величина тренда 234 пункта, если вдруг трейдер до сюда достоял, но тут были ставки, поэтому очень маловероятно, что вы до сюда стояли, вы просто, скорее всего, прикрылись перед ставками. Потому что на ставках он мог, вне зависимости от данных, улететь куда хочешь. То есть ставки – это очень опасное событие, поэтому наиболее вероятный сценарий, что просто трейдер закрылся и все. Ну, то есть, по крайней мере, это то, как мы действуем. То есть мы просто закрываемся перед ставками, потому что может произойти все что угодно. Он может кинуть соплю вот такую, остопить нас и обратно улететь. То есть мы знаем уже, видели 100 раз, как это происходит, поэтому мы не можем допустить такого риска. Поэтому эта трендовая история уже закончилась. Вот эта трендовая история закончилась по времени. Нам уже, наоборот, неплохо бы смена тренда, там нижнюю границу, чтобы кальнули, чтобы у нас пошла какая-то новая история, потому что в этот тренд наверх влазить уже, ну, просто нереально. То есть кто будет залазить в тренд, который уже 235 пунктов идет? Ну, кто-то, может быть, и будет. Но тогда нужно с короткими стопами и, как говорится, ну, соблюдать все правила риск-менеджмента. Потому что после такого движения зайти в лонг можно. Но уже это хочется сделать либо на коррекции, хоть на каком-то откате. Потому что сейчас, знаете, сколько сейчас умников вот здесь в лонг станет? А потом они будут усредняться. Их вот здесь вот от маржин колят, ну, то есть они будут усредняться, где-нибудь вот здесь от маржин колят, и потом пойдет наверх. Вот, поэтому тут как бы опасная игра-то, вот, покупка на самых хаях. На самых хаях, то есть вообще, в принципе, так скажем, можно покупать на пробой, это, в общем, хорошая тактика, мне тоже очень нравится, но никогда там уже все в космическом космосе. Вот такой концепт у нас. Так, Юрий спрашивает, где можно ознакомиться. Да я вот вы несколько семинаров наших вот этих посетите, обзоров аналитических, и все поймете. То есть тут все рассказываю. Если как-то детально, вот я говорю, по созданию стратегии, ну, на примере стратегии черепаха, то есть такой семинар, так и называется, стратегия черепах. Вот. Есть также стратегия, семинар «Секреты успешного трейдинга», там мы тоже там учимся создавать стратегии. Но вот если по этим конкретно стратегиям, вы сможете на обзоре вот, в общем-то, концепт для себя усвоить. Напомню, что конечная цель-то у нас как раз это создание портфеля стратегий. Я вчера вам показывал, да, статистику. Ну, могу еще раз показать, я еще он файл не удалил. Вот, то есть наша конечная цель – это создание портфеля стратегий, который вот призван вот плавную кривую роста создавать. То есть вот когда у нас много стратегий, много валютных пар, то есть мы сейчас смотрим три стратегии по четырем валютным парам, там в идеале у вас должно в автоматическом режиме, там, ну, это, конечно, не обязательно такое требование, да, но вот все у всех разный подход. Вот если там в автоматическом режиме торговать там, ну, не знаю, там 10 валютных пар и по каждой по 5 стратегий, все это торгуется роботами, то можно создать достаточно интересный эффект диверсификации. То есть когда в целом вот достаточно плавно капитал растет, это вот за месяц, за февраль результат, то есть просадка здесь вообще
1,8%, то есть ну, всего лишь $56, это $3000 счет. И вот total net profit $670, вот 3670, почти 3680. Так, 3670 реально в цифрах 69 при просадке 1,2%. Вот это за счет, ну, то есть вот это нам нужно сделать, да, то есть наша задача вот создать портфель стратегий, портфель инструментов. Вот поэтому мы и берем кучу стратегий, кучу инструментов. Ну ладно, это мы вчера разбирали все. Так, все, коллеги, тогда у нас глобально с этим все. Будем ждать развития трендов, или там, так скажем, продолжения трендов. Но будем рассчитывать, что рынок нас приятно удивит трендами все-таки. Ну все, коллеги, до завтра. С вами был Дмитрий Слепцов. 10:30 увидимся. Пока.